Это все, что у меня осталось. У тебя была я. Я потерял тебя в ту минуту, как ушел с Клаусом. Ты просто боялась это признать. Вот что ты теперь делаешь. Пытаешься заставить меня ненавидеть тебя. Мне теперь вообще все равно, что ты обо мне думаешь, Елена. Нет. Отпусти меня. Нет, Елена, есть вещи, которые ты должна узнать и понять. Отпусти меня. Пожалуйста. Серьезно, Стефан, оставь меня. Думаешь, это я тебя сейчас раздражаю? Подожди до вечера. Неудобно. Извините. Глаза разую в рот. Да что ты делаешь? Выполняю поручение по защите человеческого мешка с кровью. Надеюсь, без обид? Стефан, давай поговорим об этом, пожалуйста. О чем поговорим? О том, сколькими еще способами ты сможешь разбить мне сердце? Елена. Нет. Эй. Нет, нет. Не подходи ко мне. Ты ведь не против, Елена? Пусть Стефан решит. Прости, но я решила за него. Отпусти меня, Стефан. Елена, ты думаешь, я хочу в сотый раз стать выпускником? Нет, но у меня нет другого выбора, как у тебя. Я сказала, отпусти меня. Уйди. Уходи, пожалуйста. Уходи. Все кончено. Эта часть моей жизни окончена. Я не хочу больше тебя видеть. Я не хочу больше быть с тобой. Я просто хочу, чтобы ты ушла. Твое сердце правда совсем ничего не помнит. Сердце?